Смотри, друзья, все-таки завезли горошек. Всем привет! Мы находимся сейчас в магазине Светофор. Сейчас посмотрим, какие есть новинки к Новому году. Горошек и кукуруза, цена у них была одинаковая, 65,90. И кукуруза. Вот кукуруза хорошая, и горошек хороший, можно брать на салаты. Поставьте, пожалуйста, лайк заранее этому видеоролику, этим вы очень поддерживаете мой канал. Цена у них одинаковая, по-моему, 65,90. Вот смело можете брать на салат. Смотрите, завезли еще киви снова. Раньше у нас здесь продавалось поштучно, 20 рублей за штуку. Здесь, смотрите, штук, наверное, 10, даже больше. И всего на 128 рублей. Вообще, шикарная новинка. Киви не мягкие, такие прям хорошие. 129,90 за килограмм. Также из фруктов еще остались. Смотрите, апельсины 136,90 за килограмм. Яблоки Фуджи Крым 112 за килограмм. Пакет на 152 рубля выходит. И яблоки тоже Фуджи Крым. Смотрите, Светофор прям завалили фруктами. 104,90 это ананасы. Так, посмотрим, насколько один ананас выходит. Смотрите, какой красавчик. Не гнилой. 144 рубля всего. Вот так вот шампунским и ананасик поставить под новогоднюю елку. Шикарно будет смотреться. 104,90 за килограмм. Цен таких вообще нигде нету. Смотрите, есть еще маленькие. Вообще по 105 рублей. Ананас. Шикарные цены. Не, ну фруктов прям очень много. Вы посмотрите еще какие фрукты необычные. Это питая. Я даже такой фрукт ни разу не ел. Вот в Светофоре одна штука стоит 64,31. Напишите в комментариях, как вообще вкусный такой фрукт. Питая. 142,90 за килограмм. Светофор прям завален фруктами под Новый год, конечно. И, друзья, ну и как же без сыра в Новый год? Вот только вчера здесь был, сыра практически не было. Смотрите, завезли снова королевский с ароматом топленого молока. Неплохой сыр, я, кстати, его брал. Вот мне он очень понравился, намного лучше, чем гауда. И сметанковый даже. Вот кусочек на 352 рубля. Если я его сейчас возьму, мне еще на Новый год его хватит. Сыр молочный есть такой вот. Ну, этот был, правда, вчера еще. 706,90 за килограмм, 360 рублей такой вот кусочек выходит. Также есть Витязь, 484 рубля за килограмм. Выходит кусочек на 400-420 рублей. Гауда на 316 рублей такой вот кусочек. Тоже неплохой сыр. Но вот королевский мне понравился больше, чем даже Витязь, гауда и сметанковый. И есть еще пармезан. 747,90 за килограмм. Кусочек выходит на 350 рублей. Смотрите, друзья, завезли еще камбалу. 89,90 за килограмм. У меня все жена, когда видела, ну, я ей говорил, что завозили Светофор камбалу. Что ты, говорит, не купил? Вот, смотрите, три каких рыбехи. На сковородку точно не поместится. На 130 рублей. Здесь их три хвоста. Раз, два и вот третий. Вообще шикарно. 89,90 за килограмм. Смотрите, завезли еще детское пюре. Вот прям только-только завезли. Сейчас посмотрим сразу дату изготовления. 08-22 срок годности, 08-24. Слушай, ну она свежая. Цыпленок с овощами. Цыпленок овощи. И только одна, я так понимаю, да? Все цыпленок 8. О, цыпленок овощи. Хотел сказать 8+. 38,90. Кстати, такая в обычных магазинах стоит, вот что мясное, в детских магазинах Фонтаняне, стоит около 100 рублей сейчас. А смотрите, здесь 38,90. И завезли еще сок любимый мой, который я раньше здесь всегда покупал, только большие упаковки были, малыш, может, что помнит, стоил он там 27 рублей, по-моему. Сейчас, смотрите, уже маленький. А, 21 он стоил, сейчас уже маленький столько стоит, 200 миллилитров. Яблоко, персик. Ну и один вкус, как всегда. Кто-то писал, что Светофор мало завозят посуды. Вот смотрите, тарелочки какие симпатичные. Десертные, плоское, опальное стекло с декором. Размер 19 сантиметров, 83,90. И вот такие вот салатники еще, точно такого же дизайна, декора. Только глубокая тарелка, 700 миллилитров, 98,90 цена. Здесь снова завезли вот эти подгузники-трусики. Размер М. А есть, по-моему, ну, здесь ценник какой-то неправильный. Вот размеры есть. 7М, L-ка, XL и XXL. Элара Kids. Хорошие подгузники у нас, когда ребенок был маленький. Вот мы такие вот часто покупали в обычных магазинах. Более 1000 рублей. Цена за... Здесь 50 штук, но это неправда. Здесь их 48 штук. 704,90 в обычных магазинах более 1000. Снова начали завозить производителя Куэлла. Это вот такие вот... Ватные диски, 180 штук, гигапак, дата изготовления
09-22 год. Хорошие ватные диски. И ушные палочки тоже Gigapack. 500 штук ее здесь. Да, 500 штук. Тоже Акуэла. Неплохой производитель. Цена палочек 68,50. Диски 71,90. Завезли еще набор контейнеров с такими вот закрывашками. Герметичные, написано на ценнике. Вот так вот они выглядят. Внутри. То есть контейнер в контейнере. Разных объемов под обеды. Объемы, смотрите, 0,38, 0,8 и 1,5 литра. 222,90 набор стоит. Смотрите, из новинок еще такой вот наполнитель для кошачьего лотка. Объем 3 литра. Изготовлен 29.06. Думаю, хранится он очень долго. 289,90, 3 литра. Смотрите, друзья, завезли еще батончики мюсли. Со вкусом яблока. 5 батончиков. Мюсли цельнозерной. 63,90 цена. Каждый батончик весит 32 грамма.